Томич. Александр Бойцов собрал деньги на паруса для точной копии ботика Петра Первого, который он строит уже несколько лет. В конце октября он опубликовал свой проект на краудфандинговой платформе Planeta.ru. За 2 месяца кораблестроения удалось собрать 132 230 рублей. Это на 12 тысяч больше, чем требовалось изначально. Автор проекта уже связался с мастером из Санкт-Петербурга. Паруса будут выполнены из тяжелой английской ткани. Их изготовление займет около 3 месяцев. На оставшиеся деньги Александр Бойцов собирается заказать флаги.